Привет, Марина. Привет. Сейчас мы с тобой поиграем в Super Dungeon Run. Круто. Представляешь? Игра, кстати, в раннем доступе находится. И прямо сейчас мы ознакомимся с тем, что она нам может предложить в этом раннем доступе. Неохота читать. Вот реально неохота читать. Разберемся по ходу. Можно пойти сразу в Dungeon, можно пойти на рынок. У меня есть заэквипченные варьеры. Ну хорошо, эквипт. Арчеры. Ну понятно, тут мы себе банду прокачиваем. Прокачиваем банду. Так, можно покупать предметы, можно что-то крафтить, это все неинтересно, можно пойти в таверну. Что ты говоришь? Может, кому-то интересно крафтить? Ну, мне неинтересно. А выбрать квест. Хорошо, я выбрал какой-то квест. Театр. Ё-моё. Не, это вообще, это перебор. В денжен. Все, идем в данж, самое интересное. Самое интересное это данж, конечно же. Готовы? Идите. Каждый нормальный герой должен сходить в данж. Да. И вот я запустил, и вот дальше этой комнаты пока не проходил, когда вот ознакомливался с игрой. Слушай, а, вот этот вот чувачок, он как бы один у нас такой, знаешь, дополнительный, типа, видимо, для затравочки. Интересно, а так вот я просто выйду из данжа? Нет, не выйду, слава богу. Все, мы бежим, у меня тут есть всякие ресурсы. Суть, судя по всему, в том, что мне нужно пробежать по данжу аккуратненько. Всех запобедить. Все разграбить. И выйти живым. У тебя главный персонаж дворф? Ну, похож. Знаешь, похож. Тут еще сложность заключается в том, что вот видишь такие злостные ловушки. Mm-hmm. О, я выпил только что зелье лечения, которое нашел в самом начале этого уровня. Вы всей партии хилились. О! Я прошел этот этаж данжа, отлично. Так, так, золото собрано. Слишком медленно. Чё медленно, нормально вообще было? А я, может, не люблю по-быстрому. Вы должны быстрее собирать золото. А мне, может, нравится по-медленному, понимаете? Мне, может быть, медленно нравится. Так. Ну, игра с тобой не согласна. Ну, мало ли чего. Кто её спрашивает вообще, эту игру? О, у меня два дворфа уже. Так, ух ты, смотри, как я их теперь мочу-то, а. Вообще лайк и босс. Ах вы поганцы, а? Ах вы поганцы. Бегите, голубцы. Все, левелапнулся. Мне кажется, знаешь, если... Может быть, если они левелапаются обычные, то они становятся бойцами, вот именно дворфами. Я не уверен. Думаешь, так работает? Хотя нет, скорее всего нет. Вот скорее всего нет. Я что-то сильно сомневаюсь. Так, маг... Ой, мага добить, добить. Теперь стрелку. Главное, на мой взгляд, все-таки это не терять никого. Остальное, это, знаешь, так приложится. О! Прошел этаж. Дальше побежали. Так, убиты все враги. Опять ту слоу, да вы гоните на 3 секунды всего. Слишком медленно. Слишком медленно. Ту... Ну, у меня тут дополнительных чувачков. А, так я их в сундуках нашел. Вот чё, я нашел их в сундуках. Я еще ачивмент получил маленький. Так, отличненько. Ящички. А вот шкафчик можно разбомбить? Нет, нельзя. Слушай, пока мне нравится, потому что забавно. Мне кажется, это бы даже на мобилках зашло. Пальцем, прикинь, так двигаешь по экрану. И они у тебя бегут. О, это бонусный уровень был, представляешь? По сути, ни одного врага. И слишком медленно. Конечно. Time to slow. Ну, естественно. Конечно, слишком медленно. Ну, а как же? Я уже не знаю, что-то надо сделать, чтобы мне сказали, что достаточно быстро. Какая ненасытная игра. Все-таки ей что-то надо от меня. Все побыстрее, да побыстрее. О, все, смотри, у меня теперь чисто, чисто мужики. Такие прям мужики. Давай, убивай этого гоблина. Так, а как открыть дверь? А, все ясно. Оно постепенно будет открываться. Так, теперь вот этого убить. Ну-ка, всей толпой, ребятки, всей толпой.
Magical Door Open. Magic. Что откроется? Отлично. Пора выпить бутылочку. Так. Убить его. Че, не убили? А, черт. Знаешь, что вот мне единственное, что тут непонятно, можно ли как-то уклоняться, там что-то вот такое, знаешь, делать. Потому что пока такое ощущение, что вот я чисто мясом закидываю. Ну, теоретически, я так понимаю, что можно что-то такое здесь сделать, но пока не видно. Я о, нифига себе! По данжу валяются. Замес пошел! А, так мне не обязательно их всех убивать было. Я такой, как бы, понимаешь, короче, арбузик взял и все, и запобедил. Норм. Ну чё? Опа! Я получил персонажа Арчера. Клёво. Еще ходочку, да, я считаю? Еще кружочек. Еще кружочек. Так, выбирать квест. Угу, да, у них какие-то квест. Арбузы на кабачки похожи. Нужно купить Арчера, представляешь? Так, эквипт, крафтинг. Пока все залочено. Все, покупаем Арчера. Так, и в данж. И в данж. Так, побыстрее, чтобы мне не сказали, что я слишком медленный. Побыстрее. Так, ящичка. Слушай, я вот когда на эту штуку наступил, я уже... А, испугался, что это мина. Ё-моё. Слушай, что-то... А чё это за усложнение такое? Я вообще не ожидал. Вот такое. Так. Ну ладно. Я им это еще припомню. Слушай, а прям реально сложнее стало. Ну-ка, вылечимся. Фига себе, там вон вообще толпа. Я хочу туда. Хочу в толпу. Блин, так и знал, что поймаю. Ничего себе! Черт. А где мои арчеры? Что-то я чувствую, что я принял неверное решение. Когда решил сюда пойти. О, room clear. Не все выживут. Не все. Ох, не все. Вот эти тушки, да, тебе нравятся? Да-да-да. Вот эти хребты, жизненные. А хребты вот эти вот, ну, которые тоже тут торчат. Они не такие хорошие. Блин, я что-то начинаю волноваться... Ну, как бы не то, что там... Ладно бы не все выживут, но выжил бы кто-нибудь. Сейчас уже речь об этом. Так, ладно. Нет. Рановато. Я еще кое-что могу здесь заполучить. Блин, осталось всего трое, это мало. Убивать. Убили. Все, теперь можно уходить. Трое, это реально мало. Не пройду квест. Ох, не про... Ох, не дожить мне до пенсии. Хотя, может, меня сейчас восстановят что-нибудь. Ну, кажется, услоу. Какого черта? Я вечно на какие-то несколько секунд опаздываю. А если бы было не... Ну, мне же, по идее, выдадут кого-нибудь, наверное. Во, смотри, выдали новеньких. А нифига, не новеньких. Дополнительных чуваков мне не выдают. Мне только могут заменить уже имеющихся. А вот это уже как бы что-то как-то... Что-то как-то... Смущает немножечко. Что-то как-то не очень. Не, ну не то, что это не очень, это нормально, но просто это... Такой прям резкий скачок. А! Так, а тебя можно уничтожить? Так, окей. Отход, ребята! Ой-ой-ой. Когда в первую ходку сходил, там не было же никаких ни огнеметов, нифига. А тут, знаете, сразу такое веселье. Так. Так, room cleared, отлично. Я вылечил ребят, но у меня больше нет никаких зелий здоровья. Дайте мне дополнительного мужичка. О, мужички! Вот они. Да, отлично, мне дали мужичков.
Никогда в жизни так мужичкам не радовался. Все сюда. Давай убить гоблинов, крестьяне. Дали бы мне лучника, я вот хочу. Так, вот эти что-то бочки меня прям смущают, смущают. И я такой жмусь, жмусь, жмусь к стеночке. Все, так, всех в кучку. Скучковаться всем, ребят. Есть! Фу, вот это я понимаю саспенс. Вот этот саспенс так саспенс. И опять. Ладно, окей, все. Лодин, дайте мне лучника. Какого-нибудь меткого лучника. Чудо-лукарь. Хрена лысого. Даже мечника не дали. Так, залочено. Мага убить. Шамана гоблинов. Так, отлично. Ой-ой-ой, мне что-то не нравятся эти ловушки. Вот прям не нравятся. Значит, плохое предчувствие. Так, стопэ. Давайте, ребят, давайте, 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 давайте. Ну чё вы? Ну ладно, сам приду. Так, подлечиться. Вроде никого пока не убили. И вся сложность в том, что у них немножко рефлексивные движения. То есть они как бы... Если ты понимаешь, о чем я, ими не просто управлять. О, они сами немножко... Немножко заторможены. Черт, двое погорели. Что ж ты не следишь за ними? Я следил, но я говорю, ими не так просто... Не так просто со всеми с ними управиться, понимаешь? Эти мужички такие сорванцы, ну что ж такое-то? Так, хорошо. Допустим. Айрондур опен. Так, окей. У меня осталось всего два мужичка. У меня открыто Айрондур. Айрондур, вот оно. Золото, бриллианты. Да, но где выход? Ты что, я вроде по кругу прошелся такой. Так, ну окей. Мне выдали мужичка, и это было бы круто, если бы у меня было для него место. Так, хорошо. Нет, стопэ. Вниз сейчас надо идти. Сюда. Так. О, выход. Окей. Но следующий этаж я уже не пройду, чувствую. О, лучник. Там был лучник. Может, я сейчас начну с лучником? Угу, конечно, да. Прям начал с лучником, прям. Прям вообще. Весь в лучниках, прям. Так. Обвешенный. Да, да, да. Давайте, убейте сначала ложка. Ой, чё-то как-то не, здесь мне уже не выжить. Слишком все серьезно. Слишком мало меня и слишком много их, понимаешь? Я уже чувствую свой проигрыш. Давайте. Да ладно, все уже. Уже на самом деле все. Мне уже нечем лечиться, и вот он, последний героический дефит. Окей, может быть, меня, кстати, сейчас левел даже накатят. Да, я... А, нет, смотри, чутка не хватило. Черт, обидно. Но у меня, по крайней мере, вроде бы ничего не отнимают за это. То есть я сколько натащил, столько натащил, и слава богу. Но так, собственно, выглядит игра Super Dungeon Run. Мне понравилось, знаешь, так. Но я думаю, что вот я бы в такую игру на мобилке играл. Да, пожалуй. Вот я бы прям, потому что вот это вот управление ими, оно вот прям, я чувствую, как вот мне хочется пальцем ими водить. Вот прям хочется водить ими пальцем. Вот было бы клево. Вот. А так, Super Dungeon Run в раннем доступе в Steam, ребят, если заинтересовались, все ссылки в описании.